Приветствую вас на канале разбора анонсов телепередач, который имеет очень оригинальное название «Телеклуб Оксаны Гетман». Сейчас я вам расскажу, что нас ждет в следующей серии проекта «Холостяк» на канале ТНТ. А вы мне напишите в комментариях, какая холостячка вам нравится больше всего, за кого вы болеете. А в этой серии девочки с холостяком отправятся в Дубай. И возле отеля они расположатся у бассейна и будут там отдыхать. Странно, почему они не пошли на море. Ну, это такое. Дело вкуса. За долгое время будет новое свидание. Тимати пригласил на индивидуальное свидание Татьяну, именинницу. Девочки, конечно же, аргументируют это тем, что у нее был день рождения, а так она ему не нравится, нет. Они будут прыгать с парашюта, летать на самолете. Также Тимати подарил ей подарок в честь дня рождения. Это украшение, а именно цепочку с кулончиком. На церемонии уйдет две девочки, но перед этим будет скандальная вечеринка в честь именин. Ругаться будут на классическую тему. Кто пришел за любовью, а кто за хайпом? Вот вы мне объясните, ну кто вообще может прийти за любовью к холостяку, которого никогда не видел? Ну признавайтесь, вы уже честно, да, мы пришли за хайпом. По крайней мере, в украинском холостяке девочки уже даже так и признаются. И, кстати, эта серия мне очень сильно напомнила прошлую украинскую серию. Там тоже была именинница и тоже была такая же тематика. А вы мне напишите в комментариях, какая холостячка вам нравится больше всего. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!